Как сообщает российская газета, съемки клипа об истории любви спортсмена и его избранницы, кстати, дочери режиссера Веры Глаголевой, состоялись в июне, а проходили они в горных отелях курорта, в казино и на набережной Олимпийского парка. По словам режиссера видео Федора Спиридонова, процесс был интенсивным и трудоемким, а съемочный день длился с 8 утра и до 8 вечера. Овечкин и Шубская зарегистрировали брак год назад, однако торжество перенесли на лето. Свадьба прошла в минувшие выходные в элитном московском районе Барвиха.